Еще раз привет всем. Итак, я разобрал свой пятидюймовый. Вот он. Подготовил его к модернизации. Вот он. Снял вот верхнюю панель. Так. Да, вот она. Здесь была у меня стойка GPS-модуля. Я ее вот переставил на 7-дюймовый. Чтобы это так, я вам сейчас докажу, что 7-дюймовый на 5 миллиметров длиннее, вот он, 5 миллиметров длиннее 5-дюймового. Вот он так вот получается на 5 миллиметров. Вот я поменял, разобрал все, так сказать, здесь приготовил. Помыл растворители полетник Айнаф. Буду его ставить на 7-дюймовый. А этот стек буду ставить на 5-дюймовый. Значит, шпильки, которые идут в комплекте, они короткие. Я их заменил на такие, на М3 подлиннее. Ну, одна тут оказалась из четырех, одна длиннее. Ну, мы ее откусим или отпилим после сборки. Подготовил я, где они у меня тут, подготовил я вот такие четыре проставочки под регуляторы и крышку сверху на полетный контроллер во избежание короткого замыкания при ударе. Если вдруг краш случится с моим дроном, то чтобы не было, ну это я поставлю на 5-дюймовый. Это на 5-дюймовый. Так как 5, буду сейчас соберу раму 7-дюймового и переключусь на 5-дюймовый, потому что у меня, ну хотя в принципе, сейчас определюсь. Сначала раму соберу. Есть тут один нюанс по раме. Как я... Сейчас я вам покажу. Вот видите, вот эти вот штуки. Их надо вдавливать непосредственно в корпус вот этих вот частей. Этих частей. Вот они тут у меня. И я это делаю с помощью тисков. Вставляю в пазы, а потом зажимаю тисками, и вдавливается хорошо, ровненько, без проблем, уже намертво. Ну, я сборку не буду снимать, я вам потом покажу уже готовый результат. Вот эта деталь, о чем я говорил. Вот эти вот гайки, они зашплинтовываются в эту форму, в эту деталь. Вот таким образом. Вот сюда вставляется и закручивается тисками. Ну, здесь немножко она в этой копии как-то помельче, что ли, сама гайка или отверстие больше, потому что в предыдущей копии там вставлялась очень туго, плотненько она была посажена, вставлялась. А это приходится задавливать, чтобы она держалась. Ну вот и сюда вот она ставится, вот сюда ставится и закручивается.
Вот, а сверху, ставится вот этот бочоночек. Так. Ну, в общем, такой вот принцип. Ну вот, 7-дюймовая рама готова. Вот она вся. Вся собрана. Не забывайте только, что сразу все вот эти вот болты нижние сажайте на красный фиксатор резьбы. Вот на этот 275. Ну, можно и на синий, конечно. Ну, уж если вы сажаете нижнюю часть, то сажайте уже намертво. Вот можно и на 245. Ну, 245 это универсальный, послабее. А это уже намертво. Пришла очередь до моторов на 7-дюймовый дрон. Я поставил сюда вот так регулятор 4 в одном на 45 ампер. Вот. Проставочку изолирующую на всякий случай. Вот. Здесь повернул темпера длинным концом вниз, чтобы можно было ремень просовывать, фиксирующий для аккумулятора, если аккумулятор снизу будет. Ну, в общем, вот так. Сейчас поставлю моторы. Моторы у меня здесь, я уже показывал, были вот эти вот перемотанные 2507. Они 15800 кВ. Я их перемотал. Они были, заводская перемотка была, намотка по треугольнику дельтой. Я звездой перемотал на 1500, ну где-то около 1500, точно не могу сказать, по калькулятору высчитывал, на 1500 кВ, ну может быть где-то 1485, так, ну около 1500 кВ. Они пойдут на 7-дюймовый. Вот. А сюда пойдут 2207. Особенность, это на 1750 кВ. Они не перемотаны, это заводская обмотка. Значит, здесь в чем особенность? Они все, вал у них везде гайка с классической резьбой по часовой стрелке. Поэтому какой куда ставить, это без разницы. Потом все при настройке, в каком, как вращаться, в каком направлении, все выставится. Так что вот сейчас буду ставить мотор. Ну, нет у меня сюда. Те, которые в комплекте идут, здесь только один комплект винтов, только короткие. Не знаю, сейчас попробую, но вряд ли они подойдут, потому что рама здесь, то есть лучи толстые. И вряд ли сюда подойдут эти. Ну, заберу с 2507, а туда куплю. Так что вот пока будем так вот выходить из положения. Вот такие моторчики. Люфтов нет, подшипники не хрустят, все вроде как нормально. Ну, вот так вот смотрятся моторы на 5-дюймовом. Вот так вот они смотрятся. 2207. Ну, с 2212 с перемотанными он уже летал.
Вот. С 22.07, я думаю, будет лучше. Посмотрим. Ну, теперь надо здесь все залудить. Я вот конденсатор планирую вот так вот на бок пустить его. Вот так. Сейчас прикину. Сделаю разъемчик под аккумулятор. Еще подумаю. Здесь пока есть только видеопередатчик. Нет GPS-модуля и нет приемника. Нет приемника. Поэтому я с регулятором закончу и перейду на 7-дюймовый. Вы уж извините, что я с руки снимаю. Но просто здесь у меня мало места. И штатив поставить он мешать будет. Поэтому я вам кусочками. Ну, припаял разъем. Припаял разъем. Вот он. Конденсатор. Конденсатор в термоусадку. Конденсатор решил положить сбоку, чтобы здесь свободно было. Вот одел полетник. Подключил. Подключил. Сейчас мы проверим, нет ли там короткого. Ну, то есть сейчас подключим. Подпаял разъем, конденсатор. Конденсатор в термоусадку. Положил его слева на бок. Так удобнее будет. Полетный контроллер. Подключил шлейф. Сейчас проверим, все ли там. Значит, у меня в качестве предохранителя лампочка автомобильная. Аккумулятор 3S. На 2600, ну, наполовину разряжены. Так, подключаем. Ну, ничего не задымилось, так что все нормально. С Omnibus'ом первый раз вообще-то, все время на iNavi. Ну вот, кажется, все подключилось, питание есть. Теперь будем периферию подпаивать. Итак, как у нас движется работа? Ну вот 5-дюймовый. Мы одели провода в изоляцию, закрепили их на лучах. Теперь надо провода обрезать и подпаять на регулятор. Затем уже перейдем к периферии. Но здесь по периферии у нас есть видеопередатчик, есть видеокамера, но нет GPS и нет приемника. Должны со дня на день, не сегодня, завтра, ну сегодня вряд ли, завтра, послезавтра должны прийти, тогда мы и будем. А сегодня займемся проводами, обрезкой и подпайкой. А что у нас с 7-дюймовым? Что у нас с 7-дюймовым? 7-дюймовый я распаковал немножко. GPS-модуль, он у меня изоляцией был обмотан. Я его раскурочил, то есть снял изоляцию, решил посадить не изоленту, а вот в такую, как называют, змеиная кожа.
в изоляцию. И плюс у меня получилось короткие, не хватает. Не хватает, но в натяжку. Меня это не устраивает. Надо. Я вот подготовил тут, нашел проводочков на удлинение. Удлиню провода GPS-модуля. Ну, тут подпаял бипер, подпаял провода приемника. Вот так вот тут, да. Еще не это, не просто поставил, посмотреть, как хватит. Ну, вроде в натяжку антенны. Ну, у меня был в натяжку приемник и на пятерке. А вот теперь на семерке, ну, влепил. Можно, в принципе, будет на двухсторонний скотч его посадить на крышку полетного контроллера. Ну, пока ничего тут менять не буду. Может быть, в перспективе поменяю приемник, если куплю новую аппаратуру. Ну, пока вот здесь перевешу бипер, затем подпаяю GPS модуль и затем сюда поставлю передатчик, ТВ-передатчик. Ну и моторы до сих пор не стоят по той причине, что мне надо пойти сейчас купить винтики для крепления моторов. Затем тоже надо будет удлинить провода здесь, соединение с регуляторами. Я их распаяю, удлиню, провода есть, выровняю, ну что-то они не достают до полетного контроллера. Так что вот так вот мы удлиним и потом начнем окультуривать. Ну, пока вот такие планы на сегодня.